Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления хвостика возьмите несколько бородок петушиного пера и, отмерив необходимую длину хвостика, закрепите их в конце цевья. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления тела мушки около хвостика закрепите бородку гусиного пера. Затем очень аккуратно намотайте ее на цевье. По необходимости помогайте себе пальцами левой руки. После намотки закрепите бородку, немного не доходя до колечка. Затем отрежьте лишнюю часть бородки. Для изготовления крылышка возьмите два пера CDC и, отступив от их кончика некоторое расстояние, закрепите вместе крепления бьёта. После закрепления достаточно коротко отрежьте часть перьев, торчащую назад. Затем отогните назад торчащие вперед части перьев и у их основания сделайте небольшой бортик. Подрежьте крылышко так, чтобы его высота равнялась длине цевья. Затем найдите в крылышке ости перьев и отрежьте их. Для изготовления ёршика вплотную к крылышку закрепите петушиное перо. Затем сделайте им 2-3 оборота по направлению к колечку. Закрепите перо 2-3 оборотами монтажной нити. И отрежьте лишнее. Соберите все бородки ёршика назад и намотайте небольшую головку. Сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Затем необходимо расправить помятые элементы мушки. Ножницами отрежьте все бородки ёршика, торчащие вниз. Все, мушка готова.